мы представляем вашему вниманию очередной выпуск экономического календаря. Давайте узнаем, какие публикации могут повлиять на валютные рынки в понедельник, 29 мая. В этот день американские рынки будут закрыты в связи с праздником День памяти. В понедельник Великобритания отмечает праздник весны. Рынки также закрыты. Потенциальный маркет-мейкер назначен на час дня по Гринвичу. Глава ЕЦБ Марио Драги выступит с речью перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам в Брюсселе. Он расскажет о дальнейших перспективах по развитию экономики и монетарной политики. В 10:45 вечера мы получим данные из Новой Зеландии за апрель по разрешениям на строительство. В марте количество разрешений сократилось. В феврале был зафиксирован рост на уровне 17,2%. В половине 11 мы получим данные по уровню безработицы Японии за апрель. Эти данные не вызывают особого беспокойства у политиков, поскольку за последние десятки лет мы наблюдаем минимальные уровни. Однако в марте был зафиксирован неожиданный рост. Через 20 минут после этого мы получим данные Японии по розничным продажам за апрель. В марте был зафиксирован максимальный прирост более чем за 2 года. Данные по разрешениям на строительство в Австралии за апрель завершают наш обзор в 1:30 ночи. В марте был зафиксирован сильный и неожиданный спад, который полностью отменил 2 месяца роста. С вами был я, Киас. Вы смотрели обзор новостей экономики на понедельник. На сегодня все. До свидания.